Спасибо вам за поддержку. Всегда приятно чувствовать, что вы рядом. Я вам очень благодарна за это. Ну вот, а сейчас я вам хочу сказать, конечно, не все так страшно, как мне показалось сначала. И в первую очередь потому, что, да, у меня, как у дизайнера, все-таки есть костяк сада, который при любом положении держит его. Я в свое время создала его. Это такие вертикали, созданные в основном деревьями, кустарниками. Ну и, конечно, вертикали, которые созданы с помощью разных трильяжей, подставок под цветы. Ну вот видите, как у меня сейчас впереди клематисы цветущие, которого тоже создают. Конечно, очень жаль, что Мадонна очень сильно обгорела. Но вы правы, Мадонна в нашем климате часто пропадает зимой, ее нужно обрезать. Ну, правда, обрезка должна быть ранним мае. Ну, а я приезжаю, которые всегда зеленые в течение всего сезона. Вот посмотрите, замечательные кустарники высокие. И еще меня вручает то, что у меня сад создавался как сад лентяя, чтобы как можно меньше было за ним ухаживать. И вот эта часть сада, в которой нет места цветам, а здесь только деревья и кустарники. И выглядит, конечно, это все всегда прекрасно. Массив такой огромной гортензии, огромные туи, уходящие своими макушками в небо. Кстати, у них уже объем, они в ширину, наверное, тоже около 3 метров. И там очень хорошо спасаться от жары. Я даже ставлю там стульчик. И мы там отдыхаем, а в такую жару еще я питаюсь, пропитываюсь, весь мой организм пропитывается фитонцидами замечательными. Так что наименее пострадал именно эта часть сада, благодаря тому, что ни многолетников, ни летников здесь нет, а в основном это же, конечно, можно сказать о большой озоне, который занимает 1/3 участка моего. Это лесная зона, где тоже в основном это царство кустарников и деревьев. В основном даже кустарников, деревьев здесь мало. Ну и здесь немного астильбы, которым может расти прекрасно, развиваться в тени. И папоротники, которые добавляют очарование этому месту. Немножко здесь хосты. Очень такое поэтическое место, полузатененное, что очень выручает в жару. Конечно, как ландшафтный дизайнер, я знаю о мульчировании, но вот, например, в лесном уголке так часто кустарники посажены, что о мульчировании мне думать не стоит.
Они создают плотную стену зеленую, отгораживая меня от соседнего участка. Ну, мульчирование можно было только в парадной зоне делать, но поскольку я всегда готовила зеленое удобрение, вот эта бочка, которая здесь есть, и та сныть, которая у меня и попадалась, которая попадалась в парадной зоне, но она шла или в салат, если была молодая, если я чуть пропускала, она шла вместе с крапивой в эту бочку. И у меня здесь добавляла Байкал, добавляла немножко куриного помета, и у меня здесь было прекрасное зеленое удобрение. Ну, что ж, теперь я не буду надеяться, все-таки постараюсь использовать мульчирование в своей зоне, чтобы такого не было. Ну, а все остальное, конечно, скашивается. Да-да, вы правы. Спасибо, дорогие мои. Прочищали кустарники. А то в этом году так выросли до этого. До проводов, провода мешали. Татарский клен кустарниковый и генала, они очень близко подходят к проводам, и пришлось вызывать машину, людей и убирать эти лишние стволы. Но для меня они, конечно, не были очень лишними, но, в общем, пришлось их убрать. То есть мы начали. И я вот первым делом, вы помните, у меня патио примыкает к моей бане. И вот я пошла заниматься его обустройством. Еще пока полки пустые, только начинаю приводить посуду в порядок и расставлять свою коллекцию. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! И сегодня я хотела вам показать, как я вам и обещала, на своем патио полки, как я его украшаю каждый год. Но в этом году было столько посуды, что пришлось, видите, дополнительно вот эту среднюю полочку заказывать. И давайте посмотрим, как раз начнем обзор, как я вам обещала, начнем обзор вот с этой полочки, которую вы видите посередине. Ну, вы помните мой чудесный не сервиз, а вот для масла, сахар и чайничек с петушками. Ну, вы любите, что это моя, знаете, помните, что это моя тематика. Вот у меня и такая же плошка с петушком здесь. И, кстати, петушиная тема у меня и на моей кухне. А вот эти горшки я купила в этом году. Он как раз кукарекает на восход солнца. И повернут в эту сторону и предвещает нам хороших теплых дней, зовет счастье. Не включил их в обзор, потому что они были уже упакованы и ждали своего приезда на дачу. Но будем готовить жаркое, будем их использовать, они очень красивые. Это мой лягушонок, вы его все помните. Моя доска, которую я сделала своими руками, декупаж. Замечательный котик. Ну, помните мой кувшин. Вот, кстати, когда я покупала свои вот эти вот для
горшочки я как раз вот в этот же цвет, видите, подбирала. Вот здесь же стоят мои прекрасные кружечки. Так, у меня в комнате висели висела эта красота, но сейчас я ее решила повесить сюда. Ну, верхнюю полку вы все помните, у меня штоф. Дальше идут три чайника из песочного. И такая же чаша. Ну, вот этот молочник я вам, может быть, не показывала более подробно, но вот такой молочник очень интересный. Он был куплен в 60-е или в 70-е годы в Ядране, это Югославия. Вот такие замечательные чашечки. Ну, опять подносик жесткого. Очень красивая ручная роспись горшочки. Вот этот горшочек, вы помните, я купила тоже. И сюда его привезла. Вот второй мой жостовский поднос. И крыночки. Я не знаю, сахарница, масленка. Ну, это тоже декупаж, который я когда-то делала. Ну, это царь Дадо нашел свое место. С петушком на хвостике. Этот молочник у меня остался с давних времен. Подносик замечательный. Ну и помните вот этот огромный чайник для кипятка. Заварной чайник. Поднос тоже жестовский там виден. Ну вот, в принципе, и все. Кстати, хочу вам показать, что вот у меня два подноса. Сейчас я их сниму поближе. И обратите внимание, здесь вот синие цветы такие. Вообще они очень похожи, но здесь синие цветы вот такие вот. Видите, и низ такой с красным цветком. Запомнили, да, синие цветы? Один не синие, а голубоватые цветы. Уже совсем другие. И низ, внизу здесь совершенно по-другому сделано. Ну, вообще, во всяком случае, они очень похожи, но различия есть. Может быть, это просто... Вообще-то очень интересно. Художники рисовали, когда рисуешь что-то вручную, то, конечно, по-другому рисуешь каждый цветок. Ну, в общем, что-то вносишь от себя. Это я знаю, потому что делаю декупаж. Всегда вот по-разному делаешь. Ну, вот этот доливной чайник еще раз вам показываю. Здесь у меня тарелочки, которые приехали из Москвы. С летним таким орнаментом. Обязательно их покажу. И в этом году так все будет, такая жара стоит, что так все быстро отцветает. Я ничего не успеваю вам снять. Цветы в букете, но совершенно уже сныть, видите, цветущие, белого цвета уже почти нет. Мои колокольчики пропали. А в прошлом году как раз в это время я делала себе венок из этих цветов. Ну, что делать? Так все быстро бежит, убегает. Давайте наслаждаться каждым мгновением. Замечательные девочки. Самые лучшие на свете мальчики. Спасибо вам за то, что были со мной. А я вам от всего сердца желаю прекрасного лета, самого чудесного отдыха, прекрасного дня, всего самого замечательного. Не болеть, каждый день встречать какое-то чудо и оставаться, главное, со мной. До свидания. А я вас буду ждать в следующий раз. До встречи.